Спросите меня, где еще можно встретить такое количество производителей товаров народного потребления, я вам отвечу: на конференции X5 «Диалог» и непростых производителей, но еще и награжденных и отмеченных знаками качества X5, и это не может не радовать. Давайте познакомимся. Мария Бойцова, компания «Авангард» прямо передо мной. Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с X5. Мы с X5 уже давно, прямо очень давно. Вот на награде написано 15 лет, примерно так оно и есть. Мы продаем X5 и свои бренды, и делаем STM X5. И награды нам за STM дали. Да, вот. Расскажите, что для вас эта награда? Радость, благодарность и желание работать больше, еще больше, да. А какие планы на будущее? Потому что сегодня очень многие планируют уже 2022 год. Какие коллаборации с X5 у вас грядут? Мы запускаем новый завод, будем выпускать новую продукцию, которую пока в России никто не делает, и мы планируем ее в больших объемах продавать в X5. Да. А новый завод где, в какие сроки? Новый завод в Ростовской области, в городе Шахты. Мы будем производить, если вы знаете, такое микрофибра. Это многоразовые хозяйственные изделия. На сегодняшний день это все везется из Китая. Мы будем производить это здесь, на территории России. Сейчас мы производители влажных салфеток и сухих одноразовых изделий. Будем делать многоразовые. Побьет ли наша отечественная микрофибра ту, конечно, которую завозят из... Конечно, конечно. Мы рассчитываем на это, да. А отличается конкретно чем-то принципиально производство? Или, по сути, это уже все разработано, все микрофибры уже там, виды и типы устаканены? Принципиальное отличие то, что это делалось в Китае, теперь это будет делаться в России. Да, со всеми... Технологически процесс тот же самый. Да. И расскажите про конференцию, что уже сегодня удалось узнать, чем вас удивили, может быть, представители компании X5? Конференция была очень насыщена, особенно первая часть. В общем-то, все тренды, которые были озвучены, это прямо как будто с наших внутренних конференций. Да, мы здесь совпадаем, что сейчас важна скорость, важно принятие решения, и скорость важнее, чем какие-то долгосрочные, хорошо спланированные планы. Да, то есть сейчас нужно принимать решения каждый день, потому что все изменяется быстро. Да, здесь мы, вот это и было интересно, да, что у нас одинаковая позиция. Ну, и я так понимаю, что у вас уже разработан план вот этой внедрения микрофибры и так далее, планы наполеоновские, или пока это все в таком зачаточном состоянии? Это дополнительное направление, которое сейчас, как маленький ребенок, да, а мы большие, взрослые, это маленький ребенок, пусть подрастает, потом пригодится. Тут уже не убавить, не прибавить. Мы так и желаем вам, пусть он действительно вырастет в нечто большое и качественное, как и прочие продукции, чтобы в следующем году наград было больше. Спасибо большое.